Что значит исключительно грудное вскармливание? Это значит только грудное молоко. Никаких других компонентов. В Щелковском перинатальном центре прошел мастер-класс по грудному вскармливанию. Он был организован членами и сторонниками «Единой России» в рамках партийного проекта «Здоровое будущее». Для мам тема очень важная и всегда актуальная. Что происходит с малышом в первые минуты его жизни, почему так важны первое прикладывание и психоэмоциональный контакт мамы с ребенком. Для будущих мам провели мастер-класс по подготовке их к вскармливанию будущих малышей. Как правильно настроить себя, как быть эмоционально настроенным, как подготовить себя физически. И я считаю, что это очень важно, ведь каждая мама хочет, чтобы ее малыш был здоров, счастлив и эмоционально связан с мамой. Муниципальный координатор партпроекта «Здоровое будущее» Елена Вороницына вручила благодарность Щелковскому перинатальному центру за многолетний добросовестный труд и оказание своевременной медицинской помощи. В рамках Международной недели поддержки грудного вскармливания Щелковский перинатальный центр подготовил экспресс-курс в несколько дней с акушерами-гинекологами, неонатологами, клиническим психологом и специалистами по грудному вскармливанию. Это очень важный, необходимый момент, потому что самым лучшим питанием, самым необходимым питанием для наших малышей в возрасте до 2 лет, это является, конечно, грудное молоко. Это самый бесценный, необходимый продукт для наших будущих детей. Грудное вскармливание имеет огромное значение для здоровья и благополучия малыша. Оно обеспечивает ребенка всеми необходимыми питательными веществами, укрепляет его иммунную систему и способствует гармоничному развитию. Такие мастер-классы необходимы не только мамам новорожденных, но и тем, кто только планирует материнство. Сегодня узнала очень много нового по грудному вскармливанию, провели очень подробно. Не просто рассказали, но и показали наглядно, как нужно, что нужно делать. Надеюсь, мне это очень пригодится в будущем. Проект «Единая Россия. Здоровое будущее» направлен на поддержку семьи и материнства. В рамках проекта проводятся образовательные лекции и мастер-классы для будущих родителей. Они помогают семьям подготовиться к рождению ребенка, понять особенности его физического и эмоционального развития. Такая поддержка снижает тревожность будущих родителей и позволяет им спокойно наслаждаться периодом ожидания малыша. Мария Синина, Елизавета Плужникова, Щелковское телевидение.